Календарь основных соревнований, проводимых в Хасавюрте, межконтинентальный кубок по вольной борьбе памяти прославленных борцов 19 и 20 столетия входит в основу. Данное спортивное мероприятие – это мировой масштаб, так как около 200 лучших борцов вольного стиля примут участие на турнире. Этому турниру мы начали готовиться еще за месяц вперед. Дело в том, что чтобы подготовиться полностью к этому турниру, у нас много было новых проблем, потому что прошлогодние турниры, они проходили более, уже подготовлено было, все готово было. Сейчас какие-то есть более-менее изменения, и этот турнир сегодня личный. Есть изменения, а это новый профессиональный этап подготовки проведения турниров такого масштаба, отмечает начальник управления по физической культуре и спорту города Хасавюрт Амирбек Багатов. Они заключаются в том, что, к примеру, прошлые годы турнир был командный, в этом году личный. Также огромное внимание уделяется концертной программе, которую проводит управление культуры города Хасавюрт. Хореографические и акробатические номера, песни и обширная культурная программа. В общем, все то, что будет на открытии межконтинентального Кубка мира. Этому уделяется огромное внимание. С утра и до вечера идет подготовительная работа под тщательным руководством организаторов. Ну, мы уже третий день готовимся. Первоначальное открытие вот с детьми, несколько групп. Ну, сейчас стараемся сейчас заново начать это все. Иншаллах успеем, наверное, до 18 числа. Очень тяжело, конечно, маленькие дети. Ну, стараемся, они стараются, мы стараемся. У нас уже сколько лет она продолжается. Вот, в прошлом году тоже было очень хорошее мероприятие. Вот сейчас этот год тоже готовимся. Уже новая программа, можно сказать, каждый год что-то стараемся. Новое, новое, новое. Сейчас сегодня расскажешь. Заслуженный артист Республики Дагестан, руководитель детского коллектива Центра культуры Ибрагим Алиасхабов отмечает всю важность данного мероприятия, вспоминая, что каждый год тщательная подготовка, огромный состав участников, практически все хореографические коллективы города. И все это делается, чтобы все прошло на высшем уровне. Арслан Дациев, Маджид Булатханов, информационная программа «Пульс».